Чемпион мира по боксу Олег Маскаев очередной поединок может провести в Чувашии. Об этом известный спортсмен заявил во время визита в республику. Боксер вернулся на ринг в конце прошлого года. Сейчас он живет в Америке, но уже в ближайшее время намерен приехать в Россию. В республике Маскаев пообещал реализовать еще один проект. Своими планами он поделился с главой региона Михаилом Игнатьевым. У нас здесь по набережной. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с чемпионом мира по боксу Олегом Маскаевым. Совсем недавно он вернулся на ринг после почти трехлетнего перерыва. В конце декабря в Москве Маскаев провел бой с титулованным ямайским боксером. Иностранца удалось нокаутировать уже в третьем раунде. Российский спортсмен заявил, что это сражение – лучшая возможность реабилитироваться. Его последняя схватка с доминиканцем Нагиа Гилерой закончилась поражением. Сейчас Олег Маскаев планирует возрождать в регионах советскую школу подготовки боксеров. Чтобы вырастить настоящих профессионалов, необходимо вкладываться в них уже с малых лет. Дать толчок этой системе возможно, если в провинции появятся талантливые тренеры. Сам прошел школу, это вот раньше было ДЮСШ у нас. Вот самое главное, если в каждой республике будет работать вот этот трехсистемный возрастовый, да. Юноши, да, дети, юноши и взрослые. И вот с этими составами каждый свой состав тренерский. Один довел юношей, другие молодежь, и уже третий состав работает со взрослыми. Но тогда приносит хороший результат. В Чувашии, отметил Михаил Игнатьев, уже начали придавать второе дыхание школам дзюдо и самбо. Недавно в регион пригласили профессионального тренера. Мы сейчас, просто к сведению хочу сказать, по оценке Министерства спорта Российской Федерации, 29% занимающих физическую культуру и спорт. Я задачу поставил довести эту цифру в среднесрочной перспективе, ну, там, за 5 лет практически, до 40. Ибо здоровье призывников, если взять ему шею, она сегодня плохая. В Чебоксарах Олег Маскаев планирует провести турнир для молодых боксеров. Это предложение поступило ему недавно, и он нашел его довольно заманчивым. Я думаю, что это обговорить надо с промоутерами России. Я думаю, что это прекрасное место, и самое главное, подъем для молодежи, и возможность, я думаю, есть, и прекрасное место, я думаю, будет здорово. Будем работать над этим. Возможно, что турнир по боксу среди юношей в Чебоксарах пройдет уже в этом году. Но в этот праздничный день, пользуясь случаем, Михаил Игнатьев пригласил боксера на лыжню. И глава республики, и Олег Маскаев приехали сюда вместе с женами и детьми. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.